Здравствуйте, с вами Ада Кондэ. Я получила, и сегодняшнее видео будет ответом на вопрос, который звучит примерно так. Как выйти из отношений, если они завершились? И это видео я делаю для тех, кому этот вопрос на сегодняшний день интересен и важен. Но на самом деле мы поговорим не столько о том, как завершить отношения, а возьмем эту тему немного шире. Во-первых, если вы еще в этих отношениях, значит, они не завершились. Скорее всего, задавая этот вопрос, девушка имела в виду, что отношения сошли на нет, то есть не осталось того, что было когда-то в начале. Это тот момент, когда мы смотрим назад и говорим: а вот раньше бы он так не сделал, раньше бы он так не поступил или так бы не сказал. То есть можно сказать, что отношения перестали развиваться, стагнировали и медленно распадаются на части. Я думаю, что практически каждая из нас прошла этот момент и не по одному разу. И мы знаем, мы помним, насколько это болезненно, насколько это травматичный для нас период. Период, когда умирают отношения. Позвольте начать с моей любимой фразы. Любовь – это не существительное, любовь – это глагол. Что я имею в виду? Мы часто смотрим на любовь как на какую-то данность. То есть многие из нас живут с ощущением, что мы не имеем контроля над любовью. Это чувство, которое очень спонтанно, своенравно, своевольно, оно может прийти, когда хочет, вспыхнуть, потом оно может уйти, погаснуть. Достаточно почитать стихи, и вы найдете много доказательств того, что любовь делает, что ей взбредет в голову. Но на самом-то деле это не так. Это удобная позиция для нас сказать, что мы не имеем никакого контроля, мы не можем на это никак повлиять. С одной стороны, есть такая вещь, как необъяснимое притяжение, когда проскакивает между людьми искра. То есть для того, чтобы у нас появились чувства, необходимо, чтобы мы на каком-то уровне друг к другу подошли. Но когда мы говорим об отношениях, и мы говорим о том, что в ваших отношениях уже были эти чувства, то есть в какой-то момент они вспыхнули, разгорелись, сложились отношения, но потом все начало сходить на нет. Здесь мы, скорее всего, имеем дело с тем, что мы перестали вкладываться в отношения. То есть, скорее всего, мы здесь говорим о неготовности одного, а обычно обоих партнеров, к тому, чтобы эти отношения развивать, продолжать и выводить на какие-то новые уровни. Для того, чтобы мы могли по-настоящему любить, потому что мы же понимаем, да, что влюбленность, этот период, когда бушуют страсти, так называемая любовь-мания, когда у нас в отсутствии человека случается эмоциональная ломка, да, нам прям тяжело без этого человека находиться, это любовь-мания. Но для того, чтобы выйти на настоящие уровни любви, где появляется глубокая привязанность, где появляется понимание другого человека, где появляется глубинное уважение личности, интересов и вообще сущности другого человека, для этого мы сами должны очень хорошенько над собой поработать. Для этого мы сами должны выходить на новые уровни своего личностного развития и эмоционального развития в том числе. Когда в отношениях мы оказываемся для того, чтобы получить любовь, и мы ожидаем, что наш партнер даст нам любовь, то в этих отношениях мы стоим на тонком льду. То есть отношения довольно хрупкие. И если в отношения вошли два человека эмоционально незрелые, то обычно они начинают друг от друга ожидать и требовать доказательств любви, забывая о том, что для того, чтобы любовь и отношения продолжали цвести, радовать и развиваться, в них нужно вкладываться, не ожидать, а вкладываться. И когда мы говорим «вкладываться», это не означает, что мужчина должен принести домой зарплату, а женщина должна приготовить, кушать и постирать. Мы говорим об близости эмоциональной. Мы говорим о переплетении двух человеческих душ. Мы говорим о очень трепетном проникновении в сущность друг друга. И это не так легко, особенно когда мы сами себя еще на таком уровне не познали. С одной стороны, можно сказать, что любовь и любить – это в какой-то степени выбор. Когда в отношениях пропадает любовь, это, в принципе, был выбор одного или обоих партнеров – перестать вкладываться в отношения, дать им погибнуть, зачахнуть и стать нам ненужными и обузой. Если вы задумаетесь, то очень вероятно вы обнаружите, что в нашей голове есть такой, знаете, своеобразный график развития отношений. Отношения сначала завязываются, потом они быстро развиваются, достигают какого-то пика, может быть, на какое-то время задерживаются на этом пике или на другом уровне. Потом накал страстей плавно снижается, и отношения постепенно сходят на нет. В большинстве случаев именно по такой схеме отношения и развиваются. И это еще считаются благополучные отношения, потому что они, как минимум, достигли своего пика. Но на самом-то деле любовь и отношения по-настоящему зрелые – это постоянный рост. Да, со своими всплесками и со своими сложностями, но это постоянный рост, то есть тенденция все равно постоянное развитие ваших эмоций. И если на сегодняшний день вам кажется, что ваши отношения умирают, спросите себя, а как давно вы перестали в них вкладываться? Эмоционально, своим сердцем, по-настоящему. Когда мы говорим о окончании отношений, когда мы хотим разорвать отношения или чувствуем, что подошло время прекратить отношения, есть две причины, почему люди хотят закончить отношения, когда отношения разрушаются. Первая причина – это когда вы понимаете, что вы переросли эти отношения, вам они больше не интересны и не нужны, и вы понимаете, что этот партнер вам не подходит. Либо вы переросли его, либо ваши дороги разошлись, и вы для себя приняли такое решение, что этот человек вам не подходит, и вы четко понимаете, что вы хотите другие отношения. Это один вариант. Но даже в этом случае разрыв будет травматично, потому что, как говорится, никакое расставание не бывает красивым. Второй вариант – это когда вы чувствуете, что хотели бы быть с этим мужчиной, но из-за того, что отношения так сильно изменились, так сильно они ухудшились, может быть, что вам каждый день просто горько и больно наблюдать, как отношения разрушаются. И вам легче закончить эти отношения, прекратить их, нежели чем каждый день вот так вот себя мучить. Это второй вариант. То есть здесь вы чувствуете, что хотели бы быть с этим мужчиной, но, может быть, он не вкладывается, может быть, отношения зашли в тупик, хотя вы бы хотели это поправить. Так стоит прекращать отношения или не стоит? Вы знаете, нет однозначного ответа, потому что каждая ситуация индивидуальна, но давайте рассуждать вместе. Давайте подумаем, что произойдет, если вы останетесь в отношениях, которые почти разрушились, да? Вы остаетесь в отношениях, которые вас не устраивают. Может быть, отношение к вам у мужчины сильно изменилось, и вы каждый день с горечью смотрите, что уже и взгляд у него не тот, и обращается он с вами иначе, делает те вещи, которые раньше бы не сделал. То есть каждый день мы печалимся о том, что все изменилось. Давайте применим математику и просто прикинем, где вы выиграете, где вы проиграете. Подведем такой, знаете, баланс. Оставаясь в таких отношениях, вы прежде всего теряете самооценку, вы теряете чувство собственного достоинства и уважение к себе. В таких отношениях вы начинаете думать, что вы недостойны того, чтобы в вас вкладывались, чтобы вас любили, чтобы вас обожали, боготворили, чтобы вас желали. И находясь в таких отношениях продолжительное время, вы скоро начнете воспринимать как должное, что с вами так обращаются. То есть вы начнете думать, что вы другого отношения просто не заслуживаете. Это очень сильно бьет по самооценке. Каждый раз, когда мужчина вас отвергает, вы наносите себе довольно глубокую травму. Вместе с самооценкой, с самоуважением вы теряете свою женскую привлекательность, теряете свою женскую силу, если хотите. И выходя позже из этих отношений, вам потребуется больше времени для того, чтобы подготовить себя и привести себя в чувство для новых отношений. А если в таком разобранном состоянии, в таком раздавленном состоянии вы начнете отношения довольно быстро, новые, то вы, скорее всего, попадете в отношения, которые будут еще хуже предыдущих. Вам в любом случае для того, чтобы начать новые полноценные отношения, потребуется время для того, чтобы восстановиться. Второе, что произойдет, это то, что вы испортите все впечатление о ваших отношениях. Все то хорошее, все то яркое и красивое, что было до расставания, до вот этого периода спада отношений, может поблекнуть, может померкнуть и забыться, то есть затеряться во всех тех негативных эмоциях, которые были в самом конце отношений. Я иногда говорю, что цветок нужно срезать до того, как с него опали все лепестки, если вы хотите насладиться этим цветком. Поэтому подумайте, стоит ли терпеть вот эти последние дни, последние недели или месяцы отношений, чтобы перечеркнуть все, что было до этого. А вам важно помнить хорошие отношения. Третье, что произойдет, это то, что вы теряете шанс что-то заново с этим человеком построить, если, конечно, вы хотите с ним что-то еще построить. Когда мы остаемся в разрушенных таких вот отношениях, бездействуя, ничего не предпринимая, мы, может быть, ждем чуда, что что-то изменится, что-то произойдет, но на самом деле этим своим бездействием и соглашаясь находиться в таких вот недостойных нас уже отношениях, мы на самом деле показываем мужчине, что мы с собой так позволяем обращаться. То есть дальнейшее развитие этих отношений или трансформация этих отношений усложняется. Если мы долго терпим, то здесь мы ставим, может быть, даже крест на дальнейшем развитии или ремиссии, скажем так, этих отношений. И самое, конечно же, очевидное, что происходит, вы теряете время. Если вы уже решили двинуться вперед, не теряйте время. Время – это невосполнимый ресурс. Если мы остаемся в отношениях бездействуя, вот в таких вот разрушенных отношениях, которые почти уже держатся на волоске, и совсем нас не устраивают, только нас расстраивают, и мы остаемся в них, ничего не предпринимая, вот здесь мы точно что-то делаем не так. Не обязательно нужно уходить. Когда я говорю «действовать», не обязательно это означает собрать чемодан и уйти. Совсем не обязательно, но это означает что-то начать менять, что-то начать развивать. И прежде всего себя. Я не имею в виду менять мужчину, развивать мужчину, нужно прежде всего заняться собой и только собой. Здесь важно помнить следующее. Если мы сбегаем из отношений, если мы убегаем от проблемы, от того, чтобы посмотреть правде в глаза, когда мы сбегаем от какой-то ситуации, то эта ситуация, как собачка, побежит за нами в новые отношения. Важно понять, что если нам даны были эти отношения, они нам даны были с какой-то целью. А все, что нам дается в жизни, любая ситуация, любой человек, любые отношения, даются нам только для того, чтобы мы выросли, чтобы мы чему-то научились. И если мы ничему не научились в отношениях, а завязали их узлом и побежали искать новые, более чистые, надеемся, перспективные отношения, мы почти что обрекаем себя на то, что проблема повторится снова. Что же можно сделать? Прежде всего осознать, зачем вам даны были эти отношения и те проблемы, которые у вас были. Почему эти отношения расстроились? Что было не так? Что бы вы могли делать иначе? Я советую просто взять ручку, бумагу и сесть, записать. Во-первых, за что вы благодарны этим отношениям и этому мужчине? Что нового вы узнали? Узнали о себе, узнали о мужчинах. И, конечно же, пропишите все те уроки, которые вы вынесли из этих отношений. Посмотрите на себя с честностью, где вы поступали не так, где вы позволяли с собой поступать не так. И сделайте какие-то выводы и для себя решите, что бы вы хотели в новых отношениях делать иначе. Понятно, что не сразу удастся придерживаться этого плана на 100%, но как минимум через осознание мы понимаем, для чего нам были даны предыдущие отношения, и мы понимаем, что если будем повторять те же самые действия, мы получим тот же самый результат. Невозможно делать те же самые действия и получать другой результат. Если мы хотим другой результат, нужно понять, где мы не так действовали. Это крайне-крайне важно. А если вы все-таки решили, что вы хотите быть этим мужчиной, но вот почему-то отношения зашли в тупик, они, скажем так, деградировали, может быть, даже, прежде всего спросите себя честно, Вы просто боитесь боли расставания, или вы действительно хотите быть с этим человеком? Или вы просто боитесь потерять эти отношения, боитесь потерять этого человека? Помните, что прежде всего нельзя терять себя. Когда вы соглашаетесь продолжать отношения, которые делают вас несчастной, которые убивают вашу самооценку, вы теряете себя, вы предаете себя. Это самое-самое печальное, что может случиться. Спросите себя, зачем же вы остаетесь в отношениях, которые вас расстраивают. Когда мы соглашаемся на такое отношение к себе, мы заявляем себе, заявляем, если хотите, Вселенной, что именно такого отношения мы заслуживаем, и не больше. Если вы считаете, что вы заслуживаете лучшего отношения, то пора действовать. Иногда может быть полезно расстаться на время, дать друг другу пространство и возможность подумать, себе дать возможность тоже подрасти, заняться собой, заняться всем тем мусором, который лежит в голове, который не позволял нам построить эти счастливые отношения прежде. И, конечно же, крайне-крайне важно спросить себя честно, а люблю ли я этого мужчину? Если я хочу с ним все-таки остаться, важно себя спросить, я его готова принять таким, какой он есть, или я снова буду пытаться его менять? Если мы кого-то любим, мы интересуемся его личностью, его внутренним миром, мы ему доверяем, и мы этого человека уважаем. Редкая женщина способна по-настоящему уважать мужчину. И здесь, конечно же, винить нас сложно, потому что у нас у всех были свои учителя, да, свои примеры перед глазами, и поводы обижаться на мужчин, на своих отцов, может быть, на кого-то еще из нашего прошлого. И тем не менее, если мы хотим построить счастливые отношения, долгосрочные, плодотворные, здоровые отношения, нужно культивировать в себе уважение и доверие мужчине. Вообще любовь невозможна, настоящая любовь невозможна без свободы. Готовы ли вы доверить своему мужчине настолько, чтобы дать ему свободу? Свободу быть рядом с вами тем, кто он на самом деле есть. И не пытаться его менять и корректировать. Вот именно о таком личностном росте идет речь. Когда мы хотим вывести отношения на новый уровень, мы должны вывести на новый уровень свою способность принимать мужчину рядом с собой. И это все идет в крепкой связке с эмоциональным взрослением, с любовью к себе, с самоуважением и с сознанием собственной вашей ценности. Без этого будет очень сложно находиться рядом с мужчиной и не требовать от него чувств, и не пытаться его изменить, и не пытаться его к себе привязать. А вот эти все вещи как раз-таки и убивают отношения. Довлатов однажды сказал: «Это безумие жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится». Это действительно безумие, потому что девушке прежде всего нужно уважать и ни в коем случае не предавать себя. Когда мы боимся боли расставания, мы забываем, что на самом деле настоящая боль – это боль от того, что мы предаем себя. Мы предаем в себе женщину. И мы лишаем себя возможности новых отношений или возможности вырасти, может быть, даже внутри этих самых отношений. И еще раз скажу, что уходить или не уходить, быть с этим человеком или строить отношения с другим человеком – это личный выбор каждого. Но все-таки повторюсь, что бездействие ни к чему хорошему не приведет. Бездействие – это точно не вариант. Также помните, что прежде всего нужно уважать себя и быть с собой честной. Спрашивать себя по-честному, готовы ли вы строить отношения с этим человеком совсем на иных условиях, потому что если это не сработало раньше, то если вы повторите все те же действия, получите тот же результат. Готовы ли вы строить новые отношения с этим человеком? Но вопрос-то здесь будет немножко стоять в другом. Как сделать так, чтобы мы были способны на такие отношения? А здесь уже ответ лежит в саморазвитии и воспитании в себе женщины. На этом я заканчиваю это видео. Я благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Оставайтесь на связи. В ближайшее время ждите новые видео. С вами была Ада Кондэ. Всего доброго.